10 января в Казанском Кремле прошла встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с хакимом Джизатской области Узбекистана Эргашем Салиевым. В ходе визита были затронуты вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами. Помимо визита в республику, хаким Джизатской области посетил Казанский федеральный университет. Под руководством Рустама Нургалиевича Миниханова за последние годы проделана большая созидательная работа, которая будет большой базой для развития и будущего Татарстана. Также на встрече президент Татарстана Рустам Миниханов отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими партнерами. На мероприятии Казанский федеральный университет представил Ленар Сафин, ректор вуза, который подчеркнул важность открытия филиала Казанского федерального университета в Джизаке. На церемонии открытия филиала присутствовал Рустам Миниханов, президент Республики Татарстан. Казанский федеральный университет представлял ректор КФУ Ленар Сафин. Президент Татарстана отметил, что открытие филиала в Республике Узбекистан символично, а также акцентировал внимание на том, что благодаря открытию КФУ в Джизаке у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны. В городе Джизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Это первый официальный зарубежный филиал Казанского университета. Ректор КФУ Ленар Сафин сообщил, что целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, обладающих глубокими фундаментальными и научно-практическими знаниями на основе современных образовательных программ Казанского федерального университета и отвечающих международным стандартам. Он подчеркнул, что данный шаг будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки. Действительно, благодаря непосредственно вашему личному контролю и участию этот проект реализовал. Филиал разместился в здании бывшего высшего военного авиационного училища. Территория полностью соответствует заявленным требованиям. Ремонтные работы и оснащение осуществляются за счет узбекской стороны. С 2021-2022 учебного года Казанский университет совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана уже начал подготовку кадров на основе совместных образовательных программ по направлениям программный инжиниринг, фармация и информационные системы и технологии. Студенты, принятые на обучение по данным направлениям, продолжили учебу в новом филиале. Около 30% абитуриентов были приняты на основе государственного гранта. После окончания обучения такие выпускники будут распределены в государственные организации с условием обязательной отработки не менее 3 лет. Что касается преподавательского состава, то не менее 40% были привлечены из-за рубежа, в том числе из Казанского федерального университета. В завершении встречи Рустам Миниханов и Эргаш Салиев сделали памятные фотографии, а также хаким Джизатской области оставил запись в книге памятных гостей Казанского федерального университета. Адалина Абдрахманова, Универньюз.